Григорий Рублев. Памятник в Берлине. Это было в мае, на рассвете. Нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. А куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку обнимал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку. В коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках.